Ё-моё. Не, понимаешь, я на УАЗике, я просто по кустам как дам. Так, вот, я здесь свет вижу, походу. В электро? Да. Надо за старый заехать. Химсвет ты навряд ли заведешь, он такой пустой. Не, издалека его видно. Ну, фаер это значит. Зомби тут ходят. Да, в электро по-любому есть все. Так, только не говорите координаты нашей нички, где она находится даже. Я сейчас видео записываю. Окей? Да. А вы недавно, кстати, говорили. Наши координаты, тра-та-та-та-та, там-та-та-та-там. Так, все, я через электро еду. Кстати, а я действительно не помню координаты нашей нычки. Я координаты знаю, но говорить не буду. Ну, как правильно, не говори, ну мы, короче, там где-то будем. Ага, там встретимся. Короче, ты куда уехал? Я? Ты где находишься? Я? Не-не. Вижу. Видел? Белый. Что? Что там с машиной? Может, все-таки задрых люди? Так-с. Так, то тут поедем у такс. Не знаю, через лектор проехал, ни одного выстрела. В черном так же самое. Так, ну я уже проезжаю бензоколонку. А ты где? Ну вот я выбегаю на дорогу, вот как в черно она идет. Подбегаю, ну, уже близко к этим. Ну ты понял. Угу, к пригородкам. Угу. Вообще, я вот ни одного фонарика еще не видел. В то время я не бежал. Я... В общем, на серве народу. Ну так, 20 человек почти. И все в чате молчат, главное. Да. Напиши, что так тихо в чате. Ну, напиши ты. Почему тишина такая? Я вообще сконцентрирован, я по сторонам смотрю, мне страшно. Ты по сторонам смотришь и нифига ничего не видишь. Ну, будете да. Молчать, зомбами. Ну, ты вообще написал, будете молчать, зомбами. Так, ну я же недалеко от пригорода. О-о-о! В смысле молчать? О, пошли! Ты где там? Так, ты видишь меня? Я вижу какой-то фонарь, что ли, или фаер, это пригород горит, по-моему. Не знаю, я выбегаю на дороге, где-то возле переезда, я просто... Ну, вообще ничего не вижу сейчас. Ну вот я вижу в пригородке, что-то там горит. А тут химсвет кто-то накидал. Синий. Все, пригород. А, тут фонарь да. Кто-то светит. Пригородка. Ну это не я. Давай дальше поезжай. Я почти возле самого переезда. Ну, трохи перешел с переезда. Ты меня сейчас увидишь. Я еще на дорогу не выбежал. О, я вижу, кто-то едет. Транспорт. На карте. Мелькает фонариком, да? Нет, вот на карте вижу транспорт, он остановился. Нет, это я еду, не они. А вот, во-во, ты остановился. Стой. Где ты? Останавливайся. Вот это? Не знаю, сейчас я сяду. Я еще не могу сесть почему-то. Панзер пропал. О, сесть на пассажира. Чекит-то. Я сел. Белый день. Ничего не вижу. А куда мы вообще едем? Ну поедем в нашу личку. А что мы развернули? Оттуда поедем. О, выстрелы или что? Нет, это... Это все-таки звуки. А где ты видишь, какие химцветы? А вот сейчас будет пригород сам видишь. Ну там фонарик горел, уже помню, не горит. Уже, ребят, мне страшно, я остался один, он и у меня горит, две машины. Видишь? Слева там. Ага. Эй! А? Вот. Я остался один, это, и вот у меня он. Две машины. Это Шкода стоит. Это Шкода стоит. Нет, тут? Вот Шкода фарами светит. Кто-то там сидит в ней. Или нет? Да? Стой, остановись. Ну-ка залезь.
Пантер отсоединился что-то. Нет, тут никого нету. Ну-ка сядь. Эй! Пантер вышел вообще. Ну-ка сядь за пассажир. Сейчас посмотрим, что тут есть. Чинить. Ничего тут нет? Надо ее? Вроде да. Да. Да, полностью. Давай, садись тогда, поехали. Полностью все в ней поломано. А чем полностью вышел? Не знаю, наверное, вылетел. Короче, просто у меня его машина стоит здесь, блин, и я... один. Мне страшно. Сел? Я не вижу мотоцикл. Ну, вот он. Есть мотоцикл. Вроде как сел. Отлично, да. Спроси, кто фару Шкоду включил. Да, давайте вы ко мне сейчас приедете, поговорите. А ты где сейчас? А ты где? За старым собором нахожусь. В поле этом? Да. Ты это фары выключи? Заглохни вообще. Я выключил. Молодцы. Заглушу две машины. Я заглушил две машины. Сейчас мы подъедем. А чем мы развернулись? Туда было бы быстрее, чем с черным. Да не знаю, я там. Я сюда привычен. Ты просто намного быстрее. Это между полем и озером. Прудом, то есть. А, понятно. А где, дороги, да? где звездопад? На звездопаде ведь падают. Я что-то не вижу. Ой, опять за бензин. У меня тоже. Ёб твою мать.